играет в меньшинстве армейцев. Розыгрыш Комаров и Пестунов. Вот Ежов. Вот это впервые, в принципе, в матче вступает, по-настоящему вступает. А у Пестунов-то бросал. Посмотрите, как происходила эта комбинация, проходила. Комаров увидел, но принимал коньком. Пестунов сходу не смог вот завершить эту комбинацию. Не совсем точный пас, но здесь здорово ловушку сыграл Илья Ежов. Сейчас пытался до кого-то из своих игроков